Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, ну беззубик. Вот, наконец-то, ребята, три шлема. Это уже меня радует, очень радует. Так, у нас восьмой день, 250 тусклого янтаря. Это мелочи жизни, я тебе так скажу. Найти тыкву, где у нас? Вот она, тыковка. А что мы тут с тобой вообще получаем? А, яйцо какое-то, точно. Чуть совсем забыл. Так, ну что, сегодня у нас, по идее, должно быть доступно событие. Мы его, естественно, будем проходить. Уж не знаю, короткое оно, большое. По-моему, там выживание, да? Писали мне в комментариях, что будет выживание. Опа, руны. Сколько? 4. 4 руны. Ну, идеи в приключения. 2, как говорится, рунки в плюсе. Так, здесь. Блин, дайте 350... Вот так вот. Дадут тебе 250. 350 рун, ага. Вон, тебе дадут одну шестеренку. Иди, радуйся, как говорится, до посинения. Так, я его отправляю опять же в приключения, ребят. Так, минус 8 рун. Так, сморкала с моим кривоклыком. Что ты нам принесешь? Давай только не янтарь, а. Вот тебе только янтарь. Да, Рэй, мы идем с тобой в убыток. Там 6, да тут 8. Уже минус 14 рун, ребята. Уже минус 14 рун. 2 было в запасе, то есть... Ну, ты понимаешь, да? Идем в минус, именно по рунам. Так, здесь у нас что? Невероятное. Ох, невероятное. 150 тусклого янтаря. Прям, блин, действительно невероятно. Как же нам повезло. В кавычках. Так, древоруба отправляем. Ну что, парень, я тебя отправляю дальше. Пойдешь у меня. Ты у меня с этого же железа никогда, по-моему, не выйдешь. Будешь постоянно его добывать. Давай тогда сразу, наверное, и беззубика мы отправим на поиски. Так, мы договорились менять каждый раз отправку, да? То есть первый раз, если мы с тобой... А сюда теперь, значит, отправляем на нижнюю. Потом на среднюю, потом опять на верхнюю. Будем делать так. Здесь я ничего брать не буду. Цены ломят, как всегда. Так, слушай, кревет у нас прокачался до 109 уровня. 120. Мне даже не хватает, ребята, чтобы ему еще один уровень поднять. Срывай, просто напряженка. Так, лети. Так, шторморез тоже, кстати, получил у нас уровень. Да, я его отправлю за деревом. Так, этих аглоедов тоже, ребят, за древесиной, само собой. Что-то насморк, по-моему, ребята. Начинается какой-то у меня опять нездоровая фигня, блин. Так, эти древесина. Тут-то что у нас? Так, инферно у меня прокачался. Давай дальше его прокачивать по возможности потихоньку. Черт, я не посмотрел, сколько он мне принес-то, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не посмотрел, сколько он мне принес рыбы. Ну, ищейка, ты будешь у меня прокачиваться, в конце концов? Титан? Нет. Сопротивляется? Оно и понятно. Не хочет, не хочет прокачиваться ни в какую. Так, фейерверк. Может быть, нам фейерверк качнуть, а? Давай, наверное, попробуем. Попробовали. Как попробовали, так и закончили. 3 железа. Не густо. Так, тихонько обойди кого-то там. Этого отправляем дальше. Ну, ты пока лети за древесиной, что я могу еще сказать. Ты у нас кошмарный плестиголов. Ребята, вот тоже нужно прокачивать. Потому что там нам быстрее до 112 уровня прокачать их. Быстрее и выгоднее. Так, ну что, давай забирать тогда здесь наши выполненные ежедневки. Получается, что здесь... А, пак, конечно же. Пак откроем. Почему вот в этом паке дают только дракон? Почему не могут сюда, например, дать нам приличное количество ресурсов, да? Странно. Так, ну что-то у нас янтарик созрел, да? Один. Ну, мы, по-моему, накопили еще на парочку янтарей. Нет, на один только лишь. Только лишь на один.
Так, что наши эти драконы приносят? Сломанные мечи. Этот нам сломанные мечи только достает. А ты... Этот нам листочки дает. Тот мечи, этот листочки. Вот и вся тебе слаженная команда, как говорится. Так, ну что, вроде бы все остальные у нас... Ну, почти все в пределе. Так, здесь мы с тобой никого отправить не можем. Здесь у нас... Если ужасных чудовищ не заставлять трудиться, а не разлениться, прямо как я. И 10 рун я забрал. И можно было бы, конечно, 90 уровень, если бы у меня было бы достаточно рыбы. А рыбы у меня недостаточно. Так, что у нас здесь? А ведь были времена, когда всем драконам хватало несколько ведер рыбы. Что ж, теперь драконы выросли, и им нужна куча рыбы. Поручите кошмарному простоголову добыть 150 тысяч единиц рыбы. Угу. К сожалению, не могу. Блин, надо действительно расширяться нам. Надо расширяться, чтобы у нас были доступны территории. Потому что тоже встали здесь. Как говорится, уткнулись. Так, что-то мне сказали. Временное предложение. Неуловимый портал. Вот про этого вы говорили, да, друзья? А это у нас... Кто это у нас? Скоржал или как его там звать-то? Премиум. А, его... А кто он? Премиум. А, Молнебей. Нифига себе, Молнебей. Нормальный такой Молнебей. Так, ну что, давай, наверное, тогда заберем еще рекламные паки и все паки, которые здесь доступны. Древорубка, столом, парящий прихвостень. Все, я понял. И отказываемся, и, пожалуй, рекламный пак. Так, ну что, забираем монеты Одина и пак. Громоль, костолом, экзотический шепот смерти. Так, и капелька ресурсов. Все, да, получается? Так, ну что, давай смотреть. Да, ребята, выживание, выживание. Опа, опа, на. Выживание, мы все прекрасно знаем, что это за событие. Здесь будет всего лишь три волны. Ну, не три волны, три битвы по 6 волн. И нам нужно здесь выжить. Музыка сразу куда-то исчезла. Испугалась. Ладно, фиг с ней. Я все равно буду, ребята, действовать по-своему. Вначале мы, как всегда, уничтожаем шепот смерти. Нечего ему здесь делать. Я, как говорится, его сюда не звал. Слушай, а костолом-то, оказывается, у нас чуть-чуть себя прогрел. Как ты видишь, он повстал себе. Повышение атаки. Шел прочь. Второй бой. Так, второй поединок. Ну, все то же самое, ребята. Закольцованность получается у нас. Только на этот раз не так быстро у нас получится разобрать его. Хоть уровень-то, в принципе, не очень сильно вырос. Но, тем не менее. Так, костолом. Пробил. Он сразу же получает ответку. Ну, есть. Третья волна. На третьей волне то же самое все. На четвертой волне, естественно, уже что-то поменяется. А вот что, это мы увидим с тобой, когда разберемся с ними. По-моему, там прибавится еще один сородич шепота смерти или еще один костолом. Я вот точно, ребят, не помню, в какой последовательности тут у них идет все. Так, ладно, тут начинает меня бомбить. Естественно, ребята, я в ответку наказываю. И смотрим. А, водорез. Вообще, ребята, водорез тут прибавляется. Вот оно что. А с чего у меня вдруг шепот смерти в голове засел? Или костолом? Это, по-моему, какое-то другое событие. Слушай, а нам надо лечить раны? Потому что уже хорошо нас тут покромсали, я тебе скажу. Вот таким вот образом я это делаю. Водорез все на барсик обучит. А, наверное, и костолом сейчас сюда же, да? Да, он подключился, ребят. Он подключился, поэтому давай сюда пробивное сделаем. Плюс отхил с уничтожением водореза. Так, и... Ну, я не ожидал другой. Другой пакости я от него не ожидал. Но нам нельзя потерять барсика. Я думаю, ты понимаешь, почему, да? Потому что волны, они будут... Ёк-макарёк. Ну ладно, здесь по-прежнему сделаем так.
Интересно. Так, понижение брони, слава богу, здесь не повесили, но... Блин. Я боюсь, что этот охламон уничтожит. Давай я сделаю вот так вот. Костолом же он такой, он же противный гаденыш. Он же вещи творит. А сможет ли у меня теперь... Ну-ка. Должен, да? Да, ребят. Уничтожили мы истинного шепота. Уничтожили также водореза и остается костолом. Но волна-то не последняя. И вот это вот, кстати, его усиление, нафиг бы оно нам сдалось здесь. А вот теперь последняя волна. 19, 17 и 19 уровень. Все, ребят, по старой схеме делаем. Так, по-моему, сейчас этот понижает броню, да? А, вон куда он влупил. Он решил моего штормореза, ребята, принизить. И, в принципе, у него получается. Хиляемся. Ай-яй-яй, а вот это вот... Фух, нам повезло. Я думал, что он сейчас ничего не будет делать, и этот сделает массовую атаку. Но, как ты видишь, все обошлось. Я, наверное, сделаю вот так вот. Сейчас костолом куда-то ударит. Это было предсказуемо, в принципе, куда он ударит. Так, теперь вот так вот сделаем. Водорез блокирует. Но он блокирует не ради блокировки, а скорее всего ради того, чтобы захилять себе хп, но это ему не помогает. А вот барсика мы можем потерять. Мы барсика можем потерять. Если, конечно, тут какое-нибудь чудо не случится, и оно случилось. Ну что, друзья, крутим колесо, забираем с тобой плод мудрости. О как. Мы один плод мудрости с тобой потратили, ну и как бы его компенсировали. Содержит элитных. Так, забираем пак. Шторморез, древоруб, крылатый ужас, вострозуб, клыкокриф. Ребят, кстати, прокачаться готов. Клыкокриф. Так, ты где у меня? Вот он. Ребята, он у меня... Получает 10 разряд. Ну, я не скажу, что это супер-пупер топ, но все равно приятно. Ну что, мы переходим с тобой на следующий поединок. Это предпоследний, я уже говорил, что здесь всего лишь 3 боя будет. По 6 волн в каждой. Меня интересует пак, который там есть. И хотелось бы получить, наверное, ящейку. Ну, если, конечно, мы выудим. Ну или хотя бы кучу-кучу рун. Тоже было бы очень приятно. Так, ну что, шепот. Давай. Так, я смотрю, он завис, да, у нас тут. Вторая волна. Слушай, я, наверное, с него начну. Че я буду с этого дымодышащего телепунькаться? Вот этого порвем вначале. С этим уже потом разберемся. Причем разобраться нам будет вообще на изи. Сделаем так. Плюс дебаф. И прокус. Ну, переходим с тобой на третью волну. Повторение мать учения, поэтому никаких, ребята, ответвлений не будет. Будет все как по написанному. Единственное, что вот не хватает у него мощи пробить его сразу. Блин, если бы они бы у меня были бы 20 уровня, это было бы шикарно. Это было бы шикарно, друзья мои. Но самый отстающий здесь барсик. Как ни крути, 16 уровень. Или разряд, как здесь говорится. Он самый слабенький. Я не знаю, была бы какая-нибудь разница, будь у него, например, 19 уровень. Но он бы бомбил бы, наверное, помощнее, чем сейчас он бьет. Кстати, вот, ребята, вот здесь у нас второй истинный шепот. Точнее, сородич шепота появляется. Вот он. Точнее, вот. Вот. Истинный. Так, он потратил, отлично, ребята. Давай, наверное, вот этого уберем. Потому что не хотелось бы сейчас тут загреметь под фанфары. С отхилом уничтожаем, да? Жалко, не двух. Жалко, конечно, не двух. Было бы приятнее уничтожить и того, и этого сразу же. Ну что, будешь там делать свой суперудар? Он ведь будет, ребята, конечно, будет. Я, наверное, не буду здесь тратиться пока. Я сейчас, наверное, он сделает свою массовую атаку. Он не стал. Он этого не стал делать. Он молодец, красавчик. Уважает, значит, нас.
Так, теперь с этими аглоедами нужно разбираться. Поехали, раз, два. Задебафить его, что ли? Давай, наверное, задебафим пока. Две атаки, я думаю, мы переживем. Потом сделаем отхил. Так. Через отхил мы уничтожаем истинного шепота. Получается, да? Да, получается так. Блин, а у нас тут еще и... Я, наверное, вот так вот сделаю, ребята. Не хочу риски лишние делать. Причем это предпоследняя волна. Да, лучше, наверное, так и сделать. Хоп-хоп. Рина, стоп. Давай сюда бомбанем. Ну и на отхилах, в принципе, ребят, наверное, мы этого добьем. Ну, хорош, хорош тут орать. Давай сюда разочек и, наверное, добьем даже обоих. Нет, одного только. Только лишь одного. Ну ладно, этому жить тут тоже недолго осталось. Добиваем. И вот она, последняя волна у нас. Сразу же в лоб атакует. Я не знаю, я, наверное, пока потерплю. Раз, два. Да, я потерплю пока. Терпению, ребята, может прийти нежданный кобздец, скажем так. Но он выдержит у меня. Ты же выдержишь, малыш? Выдержит. Так, сюда атакуем. Теперь лечим раны. Там у меня еще и кривоклык немножко покоцанный, как ты видишь. Что не есть гуд. И тут еще понизил атаку. Ты посмотри, что он вытворяет, ребят. Он понижает атаку. Здесь понизили, здесь понизили. Да блин. С пониженной атакой такой урон, да? Ничтожный, просто ничтожный. Ну что, поехали. Последняя волна, ребята. Все, как говорится, силы бросаем на дымодышащего. Он еще и промахнулся, что нам на руку сыграло. Так. И добивка, наверное. Вышел, выжил. Выжил из ума. Дурачок местный. Все, прошли. Так, крутанем колесико. Содержит новичков. И вот теперь, ребят, забираем светлый янтарь. Две штуки. 250 рун. И переходим плавно на последний бой. Погнали. Так, у нас тут сородич шепота плюс костолом. Раз этот у нас синий, значит, лучше, ребят, нам в первую очередь его наказать. С костоломом мы разберемся чуть-чуть попозже. Кстати, вот я заметил, что драконы-всадники Олуха не так, кстати, стали вылетать, как раньше. Раньше они вылетали очень часто. Как говорится, как в воду глядел, да? Пропал звук, но это ничего страшного. Хорошо хоть, что вообще, ребята, прогрузилось. Так, смотри, что у нас тут. У нас подмена сделалась, да? На Громоля. На Громоля мне подменили шепота. Так, ладно, делаем удар. Плюс делаем... Так, укус. И, наверное, на следующем ходу ему, в принципе, кранты. Раз, два. И добивка. Вторая... А, третья уже. Третья волна, ребят, конечно же. Третья волна. Поехали. Все идет через дебафы. Наказали. Вот так вот, да, значит, и... Поехали. Раз, два. Опять же дебаф. Именно на понижение брони. Что он там собирается делать? Да ничего. До свидания. Четвертая волна. Прибавляется тройной удар. Тройной удар. Я, наверное, с костолома начну. Хотя нафиг мне костолом. Почему с костолома-то мы начали? Надо было с тройного удара начинать. Ладно, фиг с ним. Сейчас посмотрим.
Ты посмотри, они, ребята, целенаправленно хотят Барсика мне, что ли, загубить. Серьезно, что ли? Я попробую сейчас сопротивляться. Блин, ну правда сейчас будет супер удар по ходу дела. Не было супер удара, слава богу, пока. Но нам надо что-то предпринять. Какие-то, ребята, действия. И сейчас мы... Повезло. Успели и отхиляться, как говорится, и уничтожить дракона вражеского. Это плюс нам идет. Мощный фаербол, который ощутил, я думаю, что каждый, да, на себе его удар. Слушай-ка, а ты знаешь, что мне вот с таким вот ХП идти на пятую волну, ну, не с руки. Вообще не с руки. Блин. Ладно, если что, придется нам потратить прилив сил. Если дела вообще пойдут плохо, они, скорее всего, пойдут, ребята, плохо, потому что... Ну, если так вот, через уклонение... Блин, ты достал, а? Он достал со своими фаерболами, но здесь, хочешь не хочешь, ребят, придется вот так вот делать. Все-таки я, наверное, буду костолома добивать. Почему костолома? Потому что, ребята, у него атака мощнее. У него атака мощнее. И, наверное, нам придется еще разок сделать вот так вот. Слушай, а это же не последняя волна, кстати. Это только предпоследняя. Сейчас фаерболы будет бомбить. Чует. Так, ребята, на нашу голову опять все прогрузилось. Слава богу, без потерь. Вот говнюк мелкий, а. Все, ребят, переходим на последний этап. Смотри, кого здесь дали, а. Ты посмотри, кого не поставили. Ведь знает, кого ставить надо, да? Этот же мощный чувачок. Промахнулся. Сразу плюсик в копилочку. А этот 20 уровня. И этот 20 уровня. На 20-ке фаерболы, ребята, очень ощутимы, поверь мне. На 20-ке они прям, ух, страшные. Поэтому, блин, что, ну давай, наверное, так все-таки сделаем, попробуем пробить. Боюсь, сейчас мы кого... Ты вот сейчас серьезно это сделал? Ты, блин, завязывай давай, парень. Он взял меня просто, ребята, во-первых, броню снес, хорошо, что он промахнулся. Так, во-вторых, еще и сало на нас повесил, сайленс, тишину. То есть мы не могли кастовать ничего. Зато сейчас отрываемся, да? Так, делаем укус. Делаем укус. Сейчас фаервол полетит на нас. Смотри-ка, не стал делать. Не стал он делать фаербол. Я все-таки дебаф плюс укус. А вот теперь ожидаем неприятности. Я ожидаю неприятности, а он мне их, ребят, не приносит. Тогда до свидания. Все, ребят, прошли мы это событие с вами. Так, крутим колесо, заберем рыбу, получается, да? Рыба. И, конечно же, заберем наш честно заработанный пак. Редкий. Давай посмотрим, что же... А, он на почту к нам пришел. Он улетел к нам на почту, но обещал вернуться. 232 карточки на новичков. Шарморез, Древоруб, Громель. Все, да? А вот здесь вот что? Набор редкий. О, 500 рун, ребята. 500, 100 железа. Еще 350 рун. Ёк-макарёк. Премиум дракон тыкве-брон, ребята. Премиум, ты понимаешь, это легенда. Премиум тыкве-брон. Это, по-моему, на событие. Ребят, напишите в комментариях, вы тоже его получили? Или это только я? Мне кажется, что, наверное, все его получили, кто прошел это событие.
Офигеть, красавчик. Так, рыба, древесина, железо 858 в час, ну, в полтора часа. Большинство бронекрылов покрывает свою шкуру металлическими предметами, но твикеброн использует в качестве брони украшения из тыквы, которые находит во время жатвенницы. Да я и смотрю, он тело с тыквами все задел. Блин, ребята, это круто. Разместить можно мне его? Есть, даже местечко для него нашлось, ребята. Ай, красота. Тыквеброн. Блин, вообще шик. Я очень, ребят, я очень доволен. То, что нам выпал премиум. Это вообще красава. Фух, вообще ништяк. Так, ну что, я кого-то хотел тут докачать, но у меня не хватало. Громилетик тут сидит, грустит у меня что-то. Иди потренируйся немаленечко. Но никого, на кого-то не хватало. Я помню там чуть-чуть. По-моему, на тебя, да? Нет, не на тебя. А на кого же тогда? Кого-то я стал прокачивать, и нам немножечко не хватило поднять уровень. Ну-ка, вернись. О, красиво. Красиво, друзья мои. Пускай прокачивается идет. Прокачка — это вообще самый смак. Плюс мы еще и награду с тобой забираем. Ай, красавчики мы. Вот это я называю продуктивная, ребята, серия. О, еще и 500 конфет. Жатвенные сласти. Итого у нас 2715. 24 дня еще будет идти события. Нужно 8800. Ну, нам всего чуть-чуть осталось. Всего лишь 6600 набрать, и все, ребята. И мы возьмем с вами. Ну что, ребята, на сегодня тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.